Два важных события произошли сегодня в Союзе театральных деятелей России. Здесь чествовали пожилых и вручали диплом молодым. Днем председатель Союза Александр Калягин провел традиционную встречу с ветеранами сцены. Все эти люди, с нашей точки зрения, с нашей, с Союза театральных деятелей, они все обеспечены. Мы им даем всегда ежегодную стипендию, очень большую. Это для них очень важно. И главное, что они знают, что они могут прийти в этот дом и воспользоваться и льготными путевками, и иногда бесплатно поехать. Такие встречи в СТД проводятся почти 10 лет. Ветеранов приглашают в Союз два раза в год, накануне новогодних праздников и Дня Победы. В этом году встречи перенесли на 22 июня. Традиционно она прошла в неформальной обстановке. Почетным гостям накрывают столы, дарят подарки. Ветераны сцены обмениваются новостями, делятся воспоминаниями. А вот у героев другого события занимательные истории из жизни за кулисами впереди. В театральном центре на Страстном завершила свою работу первая школа завпостов. Проект под названием «Театральное ПТУ» создан для заведующих художественно-постановочной части. За 17 дней студенты прослушали курс лекций, посетили мастер-классы и практические занятия с ведущими сценографами России. Все театры нуждаются в хорошем завпосте. Все театры нуждаются в хорошей постановочной части. Конечно, имея такое шикарное оборудование, которое сейчас с каждым годом все театры, так сказать, покупают или стараются купить, или им помогают купить свет, музыка и так далее и тому подобное. И сами сцены с этими плунжерами, подъемами. Это все должно хорошо обслуживаться. Это все должно быть в умелых и таких умных и руках.